У нас сегодня пятый сеанс иглоукалывания. На котором произошло пробуждение энергии ЦИ. Спустя 40 минут после начала сеанса. И мы наблюдаем удивительную реакцию. Пробуждение скрытых возможностей человека. Когда организм сам начинает лечить себя. Элементы холотропного дыхания. В организме человека заложен колоссальный резерв восстановления здоровья, излечения от заболеваний, которые могут протекать многие годы и не поддаются обычным методам лечения. Данная реакция будет продолжаться, пока не будет полностью отработан необходимый лечебный цикл, после чего данная сила успокоится. У пациентки в течение многих лет длительные головные боли, практически постоянные, боли в области шеи, в области суставов ног, нарушения со стороны пищеварения, снижен слух, ухудшилось зрение, при пробуждении данной силы скрываются механизмы генетической памяти человека. Организм сам начинает лечить себя. В Китае данная энергия называется энергия ЦИ. Пробуждают ее специальными техниками иглоукалывания, к сожалению, во многом уже утраченными в настоящее время. В Индии данная энергия называется кундалини. Ее можно пробудить с помощью звуковых вибраций, с помощью мантр. У славян данная энергия когда-то называлась энергия жива. Знания и техники пробуждения данной энергии утрачены. И мы лишены колоссального пласта знаний о собственной природе и о возможностях своего организма.
Во время сеанса пациенты находятся в полном сознании и пробудив... Более чем. Что говорите, Виктория? Более чем в сознании. В полном сознании. Как происходят все данные движения? Самопроизвольно. Некая сила изнутри осуществляет комплекс удивительных оздоровительных движений, способствующих восстановлению правильного энерготока в каналах, что является основой избавления от многих хронических заболеваний. Элементы коррекции шейного отдела позвоночника. Печет. В позвоночнике печет. Печет в позвоночнике и в шее. Именно в шее печет. Печет сильно. Энергия ЦИ прорабатывает те отделы, где у пациентки имеются многолетние проблемы, практически постоянные. И данная энергия способствует пробиванию энергетических застоев и устранению всех проблем на энергетическом и, соответственно, на физическом уровнях. Ощущение тянущих движений позвоночники. За руки, за ноги тянут. Ой. Как будто кто-то тянет за руки. Ой. И за ноги. Ой-ой-ой. Но не из прикосновения. Иголки, больно, ногам. О! Сейчас иглы можно будет снять. Элементы энергетического проторивания всего тела с элементами холотропного дыхания. Все движения происходят непроизвольно. Человек не затрагивает каких-либо усилий. Некая сила изнутри осуществляет комплекс удивительных оздоровительных движений. Это большая сила, которая работает с вами. Она мягкая, добрая. Вы можете противостоять ей? Нет, я не хочу. Нехорошо. Я ей верю.
Вы очень много лет лечились по поводу ваших заболеваний и ваших проблем. Что-то было подобное при каких-либо других методах лечения? Никогда. Никогда. Вы могли когда-либо предположить, что в человеке есть такой удивительный резерв, самоисцеление, самовыздоровление? Когда-то я где-то в глубине души знала, но я не знала, как ее пропустить. Я знала, что Бог не мог нас такими немощными оставить на земле. Что что-то Он должен был дать нам. Оставить в нас для помощи, но мы не имеем знаний и не умеем пользоваться данной силой. Все иглы можно снять. Во время пробуждения энергии ци пациенты нередко выполняют элементы йоги, цигун. Но это правильные движения, те, которые заложены в природе самого человека. Здесь нет искажений. И поэтому данное движение носит истинный оздоровительный характер. Вы много лет имеете проблемы в виде практически постоянных головных болей, боли в шейном отделе, отдающих в левую руку, левое плечо, боли в коленных суставах, в пояснице, снижение зрения, слуха, заложенность носа. Как вы чувствуете себя на протяжении тех сеансов, которые мы сейчас с вами уже провели? Намного легче. Мне намного легче. Голова не болит с первого сеанса. Слышать лучше стало тоже с первого. Шея меньше стала болеть. Только при движении. У большинства пациентов, когда мы активизируем энергию ци, улучшение самочувствия, здоровья действительно происходит буквально в считанные дни. Вы прилагаете хоть какие-либо усилия к данным движениям? Нет. Все происходит? Само собой. Само собой. Это мое тело. Тело само. Я не участвую. Мозг отключен. Когда вы приехали, и мы говорили о ваших проблемах, я вам сказал, у нас есть лишь один вариант вам помочь, если нам удастся пробудить энергию ци. Да, я ее очень просил. Очень просил. Очень просил. В Библии есть такие слова.
Просите, и дано будет. По вере вашей будет дано. Если человек верит в себя, в свои силы, умеет просить, то данная сила может пробудиться у каждого человека и помочь исцелению тех заболеваний, которые часто не лечатся в обычной жизни. Спасибо. Нередко происходит во время сеанса энергообмен, когда пробудившись энергия Ци делится с близкими людьми, со мной, чтобы мне было легче помогать другим людям. Это удивительное. Энергия жизни, добра, света. То, что раньше у славянского народа называлось энергия жива. Мы видим, как руки, пальцы рук замыкаются в специальные геометрические фигуры, то, что называется мудрами. Это тоже уже во многом утраченные или же искаженные знания, к сожалению, об истинных оздоровительных методах лечения. Но все это делается непроизвольно. И мы во время сеанса видим правильные движения, истинные элементы йоги, цигун, мудр, элементы холотропного дыхания, заложенные внутри каждого из нас в виде средств самовосстановления и самоисцеления. Бог есть любовь. Иисус говорил удивительные слова. Царство Божие внутри нас. Любит, помогает. Эта сила любит, помогает. А мы не знаем. Просто попроси, попроси. 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 Ощущение, что кто-то давит на ноги сверху. Расплющивает их. Ой.
Мы видим, как энергия постепенно успокаивается. Оздоровительные движения прекращаются. Идет еще незначительная доработка. Обычно всегда первые сеансы протекают долго при пробуждении энергии ци. Пробудившись, данная энергия некомфортна в нашем больном теле. И поэтому, пробудившись, она начинает наводить порядок. И потом первое пробуждение носит достаточно мощный характер. Нередко после первых сеансов пробуждения будет непроизвольная доработка и пробуждение данной силы дома в спокойных условиях. И на этом фоне мы будем наблюдать реальное оздоровление, значительное улучшение здоровья и самочувствия человека. Что вы можете сказать, как произошло пробуждение? Это у нас сегодня 5-й сеанс. И сегодня у вас произошло пробуждение именно первородной, самой глубинной, самой мощной энергии, которая есть в каждом из нас. Я очень сильно ее просила, я очень сильно хотела. Я знала, что это что-то есть у нас, какая-то сила, но не знала, как ее разбудить. Узнала про вас, приехала. Я не пожалела ни разу. Меня все привело к этому. Резкие боли в шее, когда я уже не могла шею двигать вообще. Все меня привело сюда. Я получила то, что хотела. Это чудо. Ой, спасибо. Это чудо внутри каждого из нас? Да, оно спит. Оно спит. Оно так глубоко спит. Его нужно пробудить, его нужно просить. После обретения подобного опыта человек обретает веру в себя. Вера в себя является дыханием этой силы. И человек... Это не пришло, это здесь, это в человеке. Это сила в человеке, это сила действительно в человеке. Да, это вот мое, я это знаю, что это мое. Оно не пришло, не проникло в меня извне. Пробудилось внутри. Да. Сеанс лечения завершен.